В Кустанае вынесли приговор воспитательнице, по чьей вине ребенок сломал ключицу в детском саду. Свою вину педагог признала и в зале суда не могла сдержать слез. 25-летнюю воспитательницу детского сада приговорили к 1 году ограничения свободы в суде номер 2 Кустаная. Столько же подсудимая не имеет права заниматься педагогической деятельностью. Инцидент в дошкольном учреждении произошел летом прошлого года. Педагог резко отдернула стул, на котором сидел ребенок, и тот упал. Женщина взяла тогда его на руки и принялась успокаивать. Позже выяснилось, что у мальчика перелом ключицы. Родители тогда требовали наказания для воспитательницы. Приговор для подсудимой оказался неожиданным. Все оглашение она плакала. Судья объяснил, что не стал наказывать альтернативным видом наказания педагога в виде штрафа, так как она сейчас безработная. В итоге она получила 1 год ограничения свободы. Это преступление было само по себе неосторожное. И совершено лицом впервые молодой девушкой, Поэтому суд данное обстоятельство учел как смягчающее, но тем не менее это не умаляет факт совершения правонарушения. То есть, тем не менее, к своим обязанностям нужно относиться более тщательно.